Всем привет, с вами Погас. Наконец нашли силы вернуться к старой тематике «Познакомьтесь, Боб». Те, кто пришел сюда из-за Sally Face, советую также ознакомиться с моим другим творчеством. Дальнейшее существование рубрики будет зависеть от вас, дорогие мои. Ну а сейчас пасхалки-отсылки. Поехали! Пинхед из «Восставшего из ада». Доктор Финкенштейн из «Кошмара перед Рождеством». Спасибо Алексу за подсказку. Роберт похож тут на персонажа из картины Мунка «Крик». Доктор Осьминог. Доктор Хаус. Мистер Мистикс. Мем, который я не думаю, что надо описывать. Брейн. Тут, скорее всего, символизируется противостояние PewDiePie и T-Series. А сердечко – День Святого Валентина. Что меня удивило в этой серии? В названии видео я задал вопрос. Создатели Боба вернулись к истоку? Ответ – ну, частично да. Если точнее сказать, первая серия напоминает третий сезон. Эксперименты и немного сюжета. После того, как Шрам был убит, а Том нарушил планы Роберта, превратив своего бывшего друга в подобие клона, то Диктор снова включил свою садистскую натуру. То, ради чего мы ненавидели. А жути добавляет то, что теперь новые жертвы экспериментов. Альтернативные Бобы не клоны. Ну что ж, добро пожаловать в старый добрый садистский «Знакомьтесь, Боб». Ну а на сегодня все. Всем спасибо и пока.